разлив реки Клязьма. Вот в этом месте очень интересно наблюдать, как масштабно разлилась наша река. Ага, вот как она любит утаскивать за собой любителей походить по краешку. Катаризу уже не привыкать тонуть в берегах Клязьмы. Но он там все время теряет свои тапки каждый год. Ничего подобного. Есть видео на канале, где 4-летний катариз здесь застрял ногой и вылез без тапки. Как интересно вообще помнить события на канале, которые проходили несколько лет назад, и их можно сейчас отмотать в реальном времени и посмотреть, как этот кот растет. Когда-то здесь этой трассы еще даже не было. Ну а мы всегда стараемся показать новые объекты у нас на местности. Вот так красиво разлилась река Клязьма до самых возвышений.